Президент Садыр Жапаровтың 89-ші ауыз күндері Қазақстанға болған еш сапар аяқтады. Сапардың 1-ші күнінде 8 августа мемлекет башшысы Бурбуразия жана Азербайджан мемлекеттерінің жетекшілерменен бірге Достық кечесі гала-концертіне қатышты. Фольклордық, этнографиялық ансамбльдер жана эстрада артистері көрүүчүлөргө аймактын элдеринин жалпылыгын жана маданий жакындыгын растаган мазмундуу жана кызыктуу программа тартуулашты. 9 августа Садыр Жапаров Бурбуразия мамлекеттердин башчыларынан 6-ші консультативдик жолугушуусуна катышты. Жыйынга Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев, Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев, Таджикстандын президенти Эмомали Рахмон жана Түркмөнстандын президенти Сердар Бердимухамедов катышты. Мамлекет башчысы өз сөзүндө Бурбуразия өлкөлөрүнүн лидерлеринин консультативдик жолугушууларынын форматы жогорку суроо талапка ээ экенин жана аймактык кызматташтыкты чыңдоого зарыл болгон кошумча дем берип жатканын канаттануу менен белгиледи. Жолугушуунун жыйынтыгында өлкө башчылары аймактык кызматташтыкты өнүктүрүүгө багытталган бир катар көп жактуу документтерге кол коюшту. Анан кийин Садыр Жапаров Бурбуразия мамлекеттердин жана Азербайджандын мамлекет башчыларынын жолугушуусуна катышты. Иш-чарада көп тараптуу кызматташтыкты тереңдетүү жана аймактын экономикалык өнүгүүсүн жана коопсуздугун камсыздоого багытталган биргелешкен аракеттерди координациялоо маселелери боюнча пикир алмашуу болду. Андан соң Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевке Бурбуразия мамлекеттеринин мамлекет башчыларынын ардак белгисин тапшыруу аземи болуп өттү. Президент Садыр Жапаров Казакстанга болгон жумушчу сапарын аяктап, 9 августта Ысык Көл облусунун Чолпон Ата шаарына кайтып келди. Уважаемый Касым Жомарт Кемелевич, уважаемые главы государств Центральной Азии, уважаемые участники, приветствую вас на 6-й консультативной встрече глав государств Центральной Азии. Выражаю признательность уважаемому Касым Жомарт Кемелевичу Токаеву за традиционное гостеприимство и высокий уровень организации мероприятия. Отрадно отметить, что формат консультативных встреч лидеров стран Центральной Азии весьма востребован и придает необходимый дополнительный импульс укреплению региональной кооперации. Прошедшие 5 встреч показали твердый настрой лидеров стран региона на дальнейшее укрепление контактов по широкому спектру направлений, включая торговлю, экономику, инвестиции, транспорт, логистику, региональную безопасность, экологию, борьбу с изменением климата и культурно-гуманитарную сферу. Процессы сближения наших стран приобрели стабильный и последовательный характер. Устойчивое развитие Центральной Азии требует комплексного подхода и скоординированных усилий как на национальном, так и на международном уровнях. Дорогие друзья, экономика Кыргызстана развивается устойчивыми темпами. С участием иностранных инвесторов начата реализация крупных инфраструктурных и международных проектов, в том числе строительство гидроэлектростанций, автомобильных дорог, модернизация аэропортов и другие. Кабинетом министров Кыргызской Республики ведется работа по увеличению доходов бюджета и снижению доли теневой экономики. В результате фискальных реформ за счет улучшения системы администрирования доходов за последние 3 года бюджет страны пополнился таможенными платежами в 3,9 раза и налогами в 2,3 раза. Отрадно отметить, что в реализации многих крупных проектов в Кыргызстане участвуют и страны нашего региона. Экономическая политика страны опирается прежде всего на 3 ключевых направления. Это энергетику, горнодобывающую и транспортно-транзитную отрасли. В Кыргызстане проводится работа по улучшению и совершенствованию автомобильной автомагистрали международного значения, строительству современных аэропортов по всей стране. Завершается прокладка самой крупной стратегической автомобильной дороги Кыргызстана «Север-Юг». Начинается строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан, имеющего большой потенциал для возрождения коридора Восточная Азия-Европа.
Мы предлагаем рассмотреть варианты для создания новых мультимодальных маршрутов и транспортных коридоров через наши страны. Уважаемые коллеги, Кыргызстан является одной из самых уязвимых к изменению климата горных стран в Центральной Азии. В этой связи переход к зеленой экономике, адаптация к изменению климата, рациональное использование водных и природных ресурсов продиктованы самой жизнью. Мы активно работаем над рациональным использованием водно-энергетических ресурсов и развитием энергоэффективности и энергосбережения. Особо хотелось бы отметить значимость такого масштабного проекта, как строительство Камбаратинский ГЭС-1. 11 июня 2024 года в городе Вена подписано межведомственное соглашение о сотрудничестве по проекту Камбаратинская ГЭС-1 между Министерствами энергетики Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Стороны работают над согласованием проекта межправительственного соглашения. Мы активно приступили к освоению потенциала малых рек, ведется строительство малых и средних гидроэлектростанций по всей стране. Мы приглашаем к сотрудничеству в этой сфере и открыты к любым инвестиционным предложениям. Еще одной важной областью, которую мы должны развивать, является торговля энергоресурсами между нашими странами, что станет возможным после запуска проекта «Касса-1000», способствуя развитию торговли электроэнергией на евразийском континенте. Уважаемые коллеги, вода – источник жизни. Все более очевиден разрыв между уменьшающимися запасами водных ресурсов и ростом потребностей в воде, что делает актуальным вопрос эффективного и бережного использования водных ресурсов. В этой связи в прошлом году мы инициировали создание в Бишкеке регионального центра по внедрению энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий. В качестве положительного примера сотрудничества могу отметить работу совместных водохозяйственных комиссий, на которых обсуждаются вопросы совместного водопользования. Казахстан и Узбекистан принимают долевое участие в возмещении затрат Кыргызстана на обслуживание и эксплуатацию объектов межгосударственного пользования. Принимая во внимание ограниченность водных ресурсов и их значимость для всего региона, а также отсутствие в Центральной Азии действенного механизма сотрудничества, мы выступаем за совместную выработку и внедрение в регионе взаимовыгодного экономического механизма водно-энергетического сотрудничества. Данный механизм позволит учитывать энергетическую, экономическую, экологическую и социальную ценность воды, а также соответствующие интересы стран региона. Уважаемые коллеги, продвижением горной повестки мы намерены обратить внимание мирового сообщества на проблемы горных стран, связанные с изменением климата. По нашей инициативе, в один из итоговых документов прошлогодней конференции ООН по изменению климата в Дубае был включен пункт по проведению глобального диалога по горам и изменению климата, который успешно состоялся 5 июня 2024 года в Бонне. В настоящее время мы работаем над закреплением упомянутого диалога по горам в качестве ежегодного мероприятия на предстоящей в ноябре этого года конференции ООН по изменению климата в Баку и призываем страны региона поддержать данную инициативу. В этой связи, уважаемые коллеги, выражаю надежду на вашу поддержку по закреплению диалога по горам и изменению климата в качестве ежегодного мероприятия в рамках конференции ООН по изменению климата. Реализация проектов, направленных на защиту экологии и окружающей среды, может помочь снизить долговое бремя для уязвимых государств. Эти проекты могут быть реализованы путем механизмов конверсии государственного внешнего долга. Уважаемые коллеги, культурные связи между нашими странами имеют глубокие исторические корни, общие ценности, и я уверен, что наше культурное сотрудничество будет только расширяться. В целях продолжения развития и укрепления отношений в социокультурном аспекте предлагаю провести ряд совместных культурных мероприятий в виде культурных фестивалей, выставок, концертов и других мероприятий.
Для запуска данной инициативы мы готовы предоставить необходимую площадку. Предлагаю нашим министерствам культуры провести необходимую работу. Культурные, образовательные обмены, общение между нашими гражданами очень важны. В этой связи приятно отметить рост числа туристов из наших соседних стран. Также значительно расширилась география туристов, посещающих нашу страну. Следует отметить, что туристический кластер Кыргызской Республики только начинает раскрывать свой большой потенциал. Уважаемые друзья, хотел бы затронуть вопросы, связанные с региональной и глобальной безопасностью. Наблюдаемая геополитическая напряженность и террористические угрозы в мире и регионе диктуют необходимость углубления взаимодействия и консолидации усилий стран Центральной Азии. Отрадно отметить, что мы все едины в том, что необходимо четко соблюдать общепризнанные нормы и принципы международного права, заложенные в Уставе ООН. Все разногласия в современном мире необходимо решать исключительно мирным путем за столом переговоров. Для Кыргызстана мир и стабильность в Афганистане являются одним из приоритетных ключевых условий в системе региональной безопасности. Мы заинтересованы в мирном и стабильном Афганистане и готовы развивать добрососедские отношения с этой страной. Уверен, что только совместными усилиями всех наших стран возможно эффективно противостоять угрозе международного терроризма, экстремизма, незаконного оборота наркотиков, отмывания денег и финансирования терроризма. Важно уделять особое внимание улучшению общего образования населения, тесного взаимодействия с молодежью в целях предотвращения ее радикализации. Как вы знаете, Кыргызстан является кандидатом в непостоянные члены Совета Безопасности ООН на 2027 и 2028 годы. Выборы состоятся в ходе 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в июне 2026 года в Нью-Йорке. В Совете Безопасности Кыргызстан готов предоставлять Центральную Азию и продвигать нашу общую повестку дня. Рассчитываю на вашу поддержку. Дорогие друзья, в текущем году состоялись мои визиты в Казахстан и Узбекистан. Мне приятно отметить, что мы с вами, с моими коллегами обсудили приоритетные вопросы углубления сотрудничества по всем сферам. Стремление наших стран к взаимодействию, к взаимопониманию и совместным действиям создает прочную основу для стабильного и устойчивого развития всего региона. Мы видим, как плодотворное взаимодействие охватывает все более широкие сферы, от экономики и торговли до культуры и образования. Эти усилия вносят значительный вклад в укрепление региональной безопасности и стабильности. Совместные инициативы и проекты способствуют развитию инфраструктуры, улучшению качества жизни населения. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, наша главная цель – превратить Центральную Азию в стабильный, экономически развитый, процветающий регион. Уверен, в духе дружбы, добрососедства, взаимного доверия мы сможем достичь этой благородной цели. Благодарю за внимание.